В регионе подвели итоги детской оздоровительной кампании уходящего года. На праздник пригласили 100 лучших вожатых загородных центров. Из них 12 наградили именными знаками. Они не только отличились в профессиональной деятельности, но и получили максимум положительных отзывов от детей и родителей. Да, бывает такое то, что изначально дети, когда заезжают, они не идут на контакт, но ты все равно начинаешь с ними общаться, и под конец смены они уже: «Кристина, мы так тебя любим, мы не хотим уезжать», начинают рыдать, плакать. Ну, конечно, мы с вами увидимся еще. Но они приезжают, из года в год приезжают одни и те же дети. Добавлю, что отряд вожатых Ребячей Республики стал победителем на всероссийском конкурсе профмастерства. Вожатый из острова детства, значит, в Новосибирске стал лауреатом, поэтому хорошие такие есть показатели. И, естественно, программы Тюменской области также стали и заняли призовые места на всех всероссийских уровнях, на которых мы принимали участие.